Приветствую вас, друзья. Вы видите, за моей спиной едет большое количество автомобилей. И в каждом автомобиле есть люди, у которых есть нерешенные вопросы. У кого-то нерешенные вопросы в личной жизни, у кого-то нерешенные вопросы в бизнесе, в карьере, на работе, с друзьями, с семьей. Кто-то не может и не знает, как снять стресс. Поэтому я и создал проект «Камин», где вы будете знакомиться с интересными людьми. Людьми, которые могут вам помочь в той или иной ситуации. Почему «Камин»? Потому что «Камин» — это тепло и уют. И по-английски это звучит как приглашение. Приглашаем вас в тепло и в уют. Для начала у нас будет два больших интервью. Первое интервью у нас будет с Олегом Гординым, бизнесменом, коучем, человек, который может помочь вам в решении бизнес-вопросов, вопросов карьеры, вопросов самореализации. И второе интервью будет с Татьяной Максимовой, с продюсером и режиссером, с человеком, который научился открывать людям сердца, чтобы они находили свои вторые половинки и вдохновлялись как-то этой жизнью и творчеством. Смотрите нас, с нами будет тепло и уютно.